Свое мнение о развитии региона до 2030 года может высказать каждый, независимо от возраста и профессии. Все интересные и важные пожелания планируют учесть в разработке стратегии развития. Для того и устраивают так называемые форсайт-сессии, где эксперты пытаются спрогнозировать будущее нашей области. Очередную провели на международной конференции «Внешнеэкономическая деятельность как фактор эффективного развития малых и средних предприятий». Очень много оценочных суждений о том, что делается это не так, делается то не так. А тут есть возможность конструктивного разрешения любой проблемы, которую мы наблюдаем. Там грязные улицы, отлично, а давайте предложим, что мы можем сделать для того, чтобы там проконтролировать работу муниципальных предприятий, которые занимаются уборкой. Что мы можем сделать для того, чтобы эта уборка была эффективнее, стоила дешевле, а убиралось большее количество улиц. Будущее региона обсудили по 5 темам. Цифровая экономика, продвижение на внешние рынки, медицина, предпринимательство и туризм. Множество экспертов приходят к единому образу Ростовской области, какой хотелось бы ее видеть через 10 лет. Это все люди, которые уже состоялись, которые уже сделали свою историю успеха в своем деле, в бизнесе, в медицине, в IT-технологиях, то есть вообще в предпринимательстве прошли многое. И вот тогда мы выработали целый такой пакет предложений, что необходимо включить в стратегию развития социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года. Методология быстрых форсайтов разработана агентством стратегических инициатив, и ростовский опыт признан одним из лучших в стране, отмечает министр Минэкономразвития. Аналогичные сессии скоро пройдут во всех городах и районах области.